Добрый день. Мы с вами сегодня находимся в городе Сан-Ремо. Мы находимся в парке сенатора Марсалья. Вот, ворота открываются здесь. Это, кстати, бывшая вилла его сына. Она у нас, кстати, есть. На сайте можете найти. Эту виллу красивую я снимал. До моря идти 5 минут. Продается вилла 460 метров квадратных. Со своим гротом для бомбоубежища. Представляете? Попозже посмотрим. Это непосредственно. Сейчас спустимся тоже посмотрим. Это непосредственно сама вилла, где жил сенатор с семьей. Там внизу пройдемся, я вам покажу, как можно спускаться будет пешочком до моря. Вилла построена где-то, она современная, в 70-х годах построена. Очень, очень красиво, зелено и близко до моря. Здесь сейчас находятся 3 спальные комнаты. Дедушка владелица был другом семьи Марсалья. Большая ванная комната. Ну, все, конечно же, уставшее. Само место очень уникальное в своем роде Сан-Ремо. Я попозже, завтра, по-моему, сниму еще одну виллу ближе, чем это, около моря, тоже в этой зоне. Вторая спальная комната, то опять-таки с выходом на террасу. Вторая ванная комната, просторная, третья спальная комната. Ох, какая красота! Ой, мамочки! Шикарно! Вот, кстати, дедушка с бабушкой, друзья семьи Марсалья. Так, здесь у нас большая гардеробная и третья ванная комната. Здесь тоже выход на террасу. Терраса идет по всему периметру дома. Шикарный мрамор. Просто шикарный. Его нужно, как мне сегодня в офисе, мы его шлифуем. Я все снимаю, как мы доделаем наш офис под казино. Скоро выложу, когда доделаем. Так, у нас здесь с вами выход в сад. Сад около 12 соток. Гараж свой. Опять-таки гараж идет вместе выход и вход в бомбоубежище 1900 года на случай атаки. И там даже есть большая комната. А пока это у нас очень красивый зал с камином. Такие дома впадаешь, как в другую эпоху. Видите, ансамбль, столик, деревянный массив, мрамор сверху белый, стулья.
В общем, кто будет покупать, я за мебель побеспокоюсь, ее вывезу в нужном направлении. Это у нас дверь, основной вход. Так, здесь у нас с вами идет нижний этаж, очень интересный, тоже покажу. Небольшой туалет. Здесь для... Сейчас прошу прощения. Здесь у нас кухня, столовая, и здесь выход. Выход в зал. Так, пойдемте на нижний этаж. Еще спустимся. Нижний этаж предназначен, в принципе, для отдыха. Хотя здесь есть интеркапельный, да, то есть воздушное пространство. Сейчас я вам покажу его. Он достаточно большой. По всему периметру идет дом сухой. Это позитивно. Здесь у нас с вами тоже камин. И давным-давно когда-то можно здесь разрешалось в домах делать и горные, как бы сказать, дома, частные дома. Еще до сих пор с тех времен это осталось. Здесь ванная комната, еще одна бильярдная, и там непосредственно техническая комната, где находится газовый котел. Опять-таки, я это вам все показываю как объем. Здесь есть выход на улицу. Опа! Мне вино, кстати, подарили 66-го года. Нет какого. Так, пойдемте теперь на улицу. Так, здесь у нас столовая, разделенная этим шкафом, пристройкой. На улице у нас множество было пальм. К сожалению, как и у этой виллы, которую мы вот снимали за 20 миллионов, очень много погибло вот год назад из-за жуков. Так. Здесь, кстати, есть единственная в городе Сан-Ремо, вот именно здесь, кокосовая пальма. Вот она. Единственная, больше нет Сан-Ремо, только здесь растет, на этом участке. Мы сейчас только что прошли мимо грота. К нему вернемся. Это все, опять-таки, ваш участок. Для лимончики. Здесь индивидуальное отопление, центральная канализация, сигнализация. Это задняя часть, задняя сторона
виллы, поэтому у вас все окна выходят на море, шума такого нет. Так, где у нас тут свет? Опа. Смотрите, какая красота. Там где-то в конце мне сказали есть. Да, где-то Казаров не лазил. Представляете? Там где-то есть какая-то комната. Блин, не видно. Я с собой. Сейчас, секунду. У нас же iPhone имеет функцию фонарика. И вот видите, у нас получается. Что-нибудь видно? Нам ничего не видно. Ну, большая такая, ну как большая, где-то метров 20 комната. Так, все, фонарик выключили. И здесь свет выключили. Так, у нас с вами еще по графику гараж. И вот то, что я им говорил, из гаража, видите, этот туннель тоже где-то там закрыли его стеной, а так он с выходом. Шато де Пап. Болонья, 13,9 градуса. Так. Это сама вилла как выглядит со стороны. Это, кстати, вилла сенатора Марсалия, очень красивая. Так, что здесь еще позитивно? Позитивно, что это бачки для мусора. Позитивно, что здесь, вот отсюда вы можете не идти по дороге, где машины едут, а можете. Перед вами вот пятизвездочный отель. Можете здесь вот спуститься по лестнице. Вот у вас здесь калиточка. И тогда вы спускаетесь вниз. И там до моря, если не до моря, 4 минуты, 3 минуты спокойным пешком.
Ключи у меня. По всем вопросам обращаться ко мне. Подробно все будет у меня по ссылочке azarov.ru в описании. Пока если еще не сделал, значит, будет информация непосредственно на канале. Все, хорошего настроения и удачного всем дня. Пока.